Анонс и точная дата выхода четвертой серии нового турецкого сериала «Сердечная рана». Четвертая серия сериала выйдет в эфир 19 июля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как АЗД провела небольшое расследование для того, чтобы узнать как можно больше информации в отношении Айше. Она узнала, что Айше работает в кафе простой официанткой и в качестве дополнительного заработка выгуливает собак. Когда все собрались за столом, то Азаде сказала Хусейну, что для нее существует лишь одна невестка, и это Ханде. Азаде также известно, почему ее сын привел на свадьбу Айше и назвал ее своей невестой. Несмотря на все, что говорила Азаде, Фарид перед всеми рассказал о своей любви к Айше и про их настоящую встречу. Ханде пообещала Фариду, что больше она его не побеспокоит и не будет вмешиваться в их жизнь с Айше. Мать Ханде встретилась с Омером и предупредила его, чтобы он оставил ее дочь в покое. Но Омер ответил, что все эти предупреждения она должна говорить своей дочери, но не ему. Когда Азаде выбросила вещи Айше в мусор, то ее это очень сильно разозлило. Айше вернула свои вещи и показала ей одно из платьев, которое осталось у нее в память от покойной матери. Затем Айше сказала Азаде, что ее поступок был неподобающим. Фарид подошел к своей матери и сказал, что она добилась того, чего хотела, и они с Айше расстаются. Для Азаде это была очень хорошая новость, и она вздохнула с облегчением. Напомним, четвертая серия сериала выйдет в эфир 19 июля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.